Темы братства, дорогие братья, Аллах Субхану ва Тааля в Куране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, иннама аль-муминуна ихва». Воистину, верующие братья, «Фа аслиху байна ахавайкум», «Посему примиряйте и бойтесь», Аллах Субхану ва Тааля говорит. И в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллах Субхану ва Тааля сплотил ваши сердца, и по его милости вы стали братьями». Этот аят был ниспослан, когда между мухаджирами и ансарами была война, они враждовали между собой, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел и побратал их, побратал. И они стали лучшими друзьями, сподвижниками, братьями по вере. И с ансарами, имеется в виду, там было две племени, Хазрач и Аус, они между собой стали братьями и в то же время стали братьями с мухаджирами. И даже ансары, у некоторых было 2-3 жен, разводили со своими женами, свою жену отдал мухаджиру, брату, который переселился. Свои дома они освободили, свою комнату освободили, дорогие братья, ради братьев. Но где это братство? Где эта любовь? Посмотрите сегодня на нас, посмотрите, на самом деле мы готовы кушать друг друга. На самом деле готовы. Из-за чего? Из-за 500 рублей, 1000 рублей, 10 тысяч рублей. Из-за этого, только из-за этого мы готовы сожрать друг друга, дорогие братья. Я каждый раз это говорю. Среди нас есть братья, которые забирают имущество, долги выбивают у тех же мусульман, у этих же братьев, которые говорят: «Ля илляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Есть такие братья, дорогие братья. А где это братство? Можно ли этих людей назвать братьями? Истинными братьями, конечно. Вот. Поэтому, дорогие братья, вот это братство мы должны крепко сохранить, держать и оберегать единство. И давайте, дорогие братья, сегодня остановимся на одном хадифе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ла табагаду, ва ла тахасаду, ва ла тадабару, ва куну ибад Аллахи ихвана». وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: не порывайте друг с другом отношения, не отворачивайтесь друг от друга, не гневайтесь друг на друга, не завидуйте друг другу и будьте оравы Аллаха братьями. И далее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: не дозволяется мусульманину быть в ссоре со своим братом более 3 дней. Вот хотелось бы, дорогие братья, на каждом словосочетании, на каждой фразе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, остановиться. И этот хадис передает Бухари и Муслим. Еще имам Муслим передает этот хадис с дополнением. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, далее говорит: они встречаются и отворачиваются друг от друга, но лучше из них тот, кто первый поприветствует другого, а тот, кто приветствует первый, раньше войдет в рай. Что это значит, дорогие братья? Давайте вот немного вникнем в слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы знаем, дорогие братья, что ислам, вообще нет смысла, вообще существование ислама, это невозможно, пока между нами не будет рахмат, милосердия, сострадания, пока мы не помогаем друг другу, не будет ничего хорошего в этом обществе, дорогие братья. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вы ведь это слышали, каждый из вас: «Ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхибу ли нафси». Не уверует из вас никто, не будет ни у кого из вас совершенный иман, вот должным образом совершенный иман, пока кто-то из вас, каждый из вас не желает своему брату то, что желает самому себе. Просто представьте себе,
что я желаю самому себе. Что я желаю самому себе? Можем ли мы, давайте зададим этот вопрос, можем ли мы все то, что желаем самому себе, пожелать своему брату? Это очень, очень тонкий момент, дорогие братья, это очень тяжело. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в начале этого хадиса говорит, вы не поливайте друг с другом. Это означает, дорогие братья, что мы всегда должны оставаться крепкой, вот неподвластной силой кому-то, и чтобы шайтан с нами не игрался. Сегодня бывают два брата, два родных братья, они между собой ссорятся, не разговаривают из-за того, что там дети одного брата там побили, они просто подрались или побили другого брата. Сколько таких случаев между родными братьями, дорогие братья, которых родила одна мать, носила в своей животе их 9 месяцев, но они не разговаривают друг с другом. Я был недавно в Смоленской области, там я нашел 2-3 случаев, где 3 родных братья, 3 между собой не разговаривают. Из-за чего, дорогие братья? Из-за чего родные братья бизнес вместе начали? И оказалось, что там, тот зарабатывает, ну, имеется в виду, тот находится в большей части на работе, а это не как он работает на этой почве, у них, в общем, они поссорились и не разговаривают друг с другом. Младший брат со старшим братом, они двое на этой стороне, средний брат на этой стороне, и в конце до концов младший брат тоже перестал с этими общаться. Вот сегодняшняя наша натура, дорогие братья. Поэтому очень сложное время. Мы видим, дорогие братья, очень сложное время. И, несомненно, возможно, и не будет лучше, так как время судного дня, время смут, мы слышали, приближается, приближается, но на самом деле сегодня мы это видим. Мы видим, что во всем мире ничего хорошего не творится. Но в этой состоянии нам как быть, дорогие братья? В этом состоянии я считаю, что мы должны сохранить спокойствие. Сегодня мне из органов позвонил сотрудник, скажем так, ФСБ, сказал, что среди мусульман, ну, имеется в виду, слышали, говорит, что идет разговор о том, что мусульмане хотят против мобилизации какие-то митинги, какие-то вот, имеется в виду, митинги устраивать, встать против митингов. Дорогие братья, я думаю, это просто фейк, какие-то слухи. Но в любом случае, нам какие-то митинги не нужны, дорогие братья. Мы должны, у нас есть оружие. Зачем нам выходить на улицы, взять в руки оружие, когда у нас это оружие есть? Просто мы его не используем. Не мои слова, дорогие братья, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ад-дуа'у силахун муъмин. Дуа является оружием верующего человека. Если мы будем, каждый из нас, делать дуа после каждого намаза, во время тахаджуда, во время сухюра, о Аллах, услышь нас, о Аллах, делай так, чтобы во всем мире был мир, я думаю, дорогие братья, лучше этого ничего нет. И мы должны придерживаться именно этого принципа, дорогие братья. И